И оп! Нет. Ульяна! Блин. Ульяна выше? Так мы ж упадем. Ну да, ну просто прикольно. Привет, крошки! И вот настал тот момент, когда мы собрались в таверне, у нас есть у всех свои нимбы. Но нет, это не настоящий тавер. Если бы это было, да, но он прозрачный, это красиво. Вот, но еще тут, это тот самый тавер, короче, он поменялся, это вот, вот этот вот пушистый. Там секретка. У меня денег нет. Секретка. Секретка! О, это же так приятно! Мы же получили уже за все секретки все в настоящем таваре, а в этом нет. А тут дадут? Я думаю, да. Ой, прикольный. Ну, должны. Сейчас. Слушайте, так давно не прыгал. Это очень красиво! А почему у нас там маленьких нету? О, ничего себе, ты захотела. Непорядок. Блин, он такой классный. Я все забрала такой прозрачный тавер. Слушайте, я не знала, что тут есть приватки. Господи, секретки. Ага, мешает головешке, да? Ну, там осторожнее просто немножко надо. Нормально. Слушайте, очень давно тавера не проходили. И я боюсь, что сейчас это будет плохо закончиться. Да ладно, чё там закончится? Нормально. О, господи. Да я чуть об светяшку чуть не убилась. Какие-то интересные уровни я такие не видела. Приятные. Ну, они какие-то ленточные все. Ага. И легкие. Да. Ну, может, это специально сделано, потому что тавр такой, знаешь, тоже легкий и прозрачный. О, мы дошли. Мы почти дошли. Ага. Такие моменты обычно умираешь, кстати говоря, когда вот начинаешь, типа, мы дошли. Нормально, а мы прошли. Все, а мы прошли, а мы прошли. На повороте тут, как Ева из чаши этой выпадет. Не-не. Пойдемте ускорять. Блин, так красиво. Можно за пределы тавера заглянуть вот так. Ёша, а у тебя и был красный ним? Я его взял в начале, он типа лимитка какая-то. Интересно. Ой, а правда, а где это можно? Я не вижу такого. А где все предметики? О, прикольно. А, вот оно. Вот тут можно взять. А нас просто оставили на третьем уровне, считай. Да, на втором уровне. Чего? Вы как? Так вышло, извините. Блин, я споткнулась и упала, так что я с вами. Красный вон забери, он там. А я сейчас, да, это просто меня нимб позвал. Да что за хитрости такие? Чуть не упала. Я тоже так хочу. Вот так тут можно, видимо, хитрить. Спрыгивать сразу на готовый таврик. Вы спрыгнули вниз. Я думаю, что вы сделали такое прикольное? Да-да. Вот вы хитрюги. Капец. Ну, это не специально было, на самом деле. Не, ну это случайно. А если просто подпрыгнуть, то вас оставят наверху? Надо попробовать. Да. Ой, опять такой же уровень. Да. Ну, честно говоря, он такой, достаточно неприятный. Я боюсь, что сейчас тут все пропадет, и я упаду. Вроде нормально. Ой. Ничего себе. Какой-то долгий последний уровень, честно говоря, и не самый приятный. Ой, нет, пойду вот тут. Я готов. Ха-ха. Ой, нет, там да, беговая дорожка, пойду вот тут. Ульян, я тебя спутала. Я ненавижу эти лестницы, они мне не нравятся. Не-не, я сама собиралась туда идти, там просто лестница дурацкая. Да, согласна. Я упала из-за нее. Так, фиолетовый. А красиво-то как выглядит. Да, особенно стенки классные. Да. Блин. До последней лестнички не допрыгнула. Я вот думала сейчас, чувствовала, что что-то пойдет не так. Ой, конечно. Ну ничего, ползите. Да. Ой, а светяшки убивают? Не буду тут проверять, конечно, но мне кажется, меня сейчас... Я задела, но меня не убило. На удивление. А скажите, ни у кого, да, денежки не заработались после того, как да. Нет, ноль. У меня ноль. А как получить все эффекты? Вот они здесь есть. А как их получить? А? За робоксы? Да нет. Тут а нет как? Нет кнопки даже. Купить? Нет. В магазине? Нет. Нету. Не знаю. То есть кто-то сломал свой тавер и все. Ну вот как-то так получается. Так, аккуратно. Я должна допрыгнуть. Вот! Тут.
А, ускоряйте, я не могу. А какой смысл вообще, если мы вот даже, ну, вот мы прошли, мы ускорим. Ну да, никакого денег-то не дадут. Проходить-то нет смысла. У меня, о, за уровень, первый уровень, и вот тебе сотку насыпала. О, да. Да. О, да. Ускорили? Ну, блин, Ева, извини, пожалуйста. Ха-ха. Ничего такого, даже похожего на уточки, на что-нибудь. Ну и как вот это называется так? Так, ребята там собираются сейчас прыгать, смотрим, останутся ли они тут, хотел сказать, на поверхности. Прыгайте, прыгайте, прыгайте! Да блин! О, а Ульяна почти. Ульяна почти. Видели? Да, да. Там некуда было приземляться, поэтому... Обида. К сожалению, да. Но в целом мы теперь знаем, что это работает. О, ой. Что-то мы все так это дружно упали. Ага. Зато сейчас у нас есть по соточке, и мы можем что-то купить, если... Ну, как я услышала посуда сначала, думаю, какая посуда есть. У кого как, видишь? Ну, я говорю, что мы можем купить что-нибудь. Я может выбрать, а мы можем что-то... Хочешь ночь? Я могу выбрать. Нет, по-моему, ночь я уже тут покупала, но с прозрачным таваре я сейчас умру. Нет, все нормально, все нормально. Я тоже так подумала, но нет, нормально. Это было очень страшно. Ладно, вот тут аккуратно. Там прям на грани, Да. Кто? Я, к сожалению. То есть там сложно, да? Или пакостно? Ну тут такая неприятная светяшка просто. Просто глупость моя. Вот. Так что вы можете не ошибаться, и нормально. А можем Блин, когда ты сказала, можете не ошибаться, чуть не упал. Можете ошибиться. Если хочешь, если тебе, ну, есть желание, конечно, можно. У тебя есть желание какое-то? Нет, это вот на оранжевом, да, этом противном. Но он, кстати, прикольный, он необычный. Да, только тут надо похоже очень успевать. Ой, я пошла. Тут меня ничего не заденет? А, фух, тут ничего не заденет. Так, а тут... А где она? О, Ульяна дошла. Короче, на оранжевом вообще не зевайте. Да, да, там надо быть осторожными. Захотела зевнуть? Ты что наделала? Ужас какой. Так, побежали, 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 побежали. Успела! Так, мне тут страшно, что я с вот этой вот зигзулины свалюсь, потому что она такая кривоватая. Ну, на самом деле, она не слишком быстро едет, так что... Ёши, нам ускорять? Ускоряйте, мне лень. А что, если остаться здесь? А, ну вас отправят, да? А если подпрыгнуть, то значит, это нормально все. Не знаю. Так, и чё? Уровень один, уровень один, уровень один. О, надо еще один тавр, чтобы был уровень два. Соточка! Соточка. А, есть, соточка есть. О боже, там Лана без лица прыгает, только сейчас увидела. Ну, это потому, что у меня двойное лицо. Ну, короче. Отец, страшненько. Раздвоение личности какого-то. Хорошо-то как, хорошо прям вообще. Я считаю, надо вот тут прыгать, потому что вот там снизу какой-нибудь уровень-то все равно попадется. Вот эта площадочка. Ева, ты не знаешь, ну, мне не повезло в прошлый раз. С какой стороны он будет. Да-да. Так, и... Оп! Нет. Ничего себе! Что это было? Нифига ты. А все потому, что крылья. Крылья решают. Да, здесь. У тебя не заплатят, наверное, да? Как это? Да почему? Почему? Там же за уровень. Ну, ускорь, попробуй. Да, ускоряй, кстати, да. Хотите? Почему бы нет? Да, давай. Это будет самое быстрое прохождение тавра. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Да? Мне дали, да, мне 300. Все работает. И второй уровень. Капец, вот это лайфхак просто. Крутышка. Космос. Вот если бы можно было так в обычном таваре, да. Я тут призадумалась, было бы классно. Но мы никогда не пробовали, а вдруг... Ну, кстати. О, да, ну... мне кажется, этот просто сломан. Да, наверняка. Ну, это да. Интересно, успеем ли мы дойти, чтобы тоже попробовать? Я думаю, должны. Ой, тут ускоряется уровень. Ты запомни, где ты прыгала. Кстати, да, Ульяна, меточку давай. Там карандашиком сделай. Да я вот где-то примерно здесь и прыгала, где я стою. А-а-а. Там просто, возможно, я чуть позже прыгнула, чем прыгнула, вы. Да-да. Поэтому ой, кто там ускорил? Вы что, вы что? А, я уже дошла. Фух, господи. Да, за 5 минут явно это не 5 минут. Это уже 2. Все, давайте, идите, идите. Ну давай, идем вместе с тобой что-то. Да, пошли. Так, ой. Идем прыгаться. Стоим, я постою. А я... попробую. Я не знаю, где... Ну, Ульяна действительно где-то здесь прыгала. Вот тут попробую. Да-да-да, ну да, где-то здесь. Блин, а когда прыгать-то? Так, 3, 2, 1...
Ой, я почти! Да, вы прям сверху. Я еще умерла. Остановилась, я поздно или рано прыгнул? По-моему, я поздно прыгнул. Я поздно, я на вас засмотрелась и поздно прыгнула. Но ты, у тебя был шанс остаться. Да. У меня был шанс тут на коричневом остаться. Вот, вот, вот на... Это на вот этой вот штуке, которая вот эта вот крутится. Вот, да, вот на вот этой. Вот так дружно все пошли, я аж испугалась и не пошла. Вот куда-то сюда я приземлилась, да, вот. Вот сюда я приземлилась, прикиньте. Но я сделала шаг в сторону зачем-то и упала. Так, а что я могу купить? Я могу купить ночью, вы как? Зачем? Хотите спать? Или посмотреть, как будет красиво. Я могу... А, там все прошли уже, я покупаю, короче. У меня луна, о, боже мой. Месяц, хотел сказать, полетел. Тут только что так красиво было. Ну, это, наверное, только для тебя. Что? О, нет. А ты как? Обо что я сейчас убилась? Там светяшка? Я не знаю. Ева, будь осторожна. Ну, ты видела, да? Я видела, твоя нога там осталась. Я... Умирала на следующем уровне. Угу. Так, а ночь только у меня? Да нет, у нас тоже. У всех. Нормально. Да, вон, там вижу просто луна как раз. Да, она в этот момент проезжала, так красиво было. Ну, я не видела, чтобы она проезжала. А я случайно, видимо, в ту сторону смотрела, и она так красиво приехала. Зашла луна, да? Да, да. А вот там солнце, правильно понимаю, да? Непонятно. Что-то размытое. Поторопилась, отвлеклась. А вы знаете, а мне лень. Ускоряйте там, наверное. Ты вы что? Нет, не ускоряйте. Я хочу попробовать прыгнуть. Это как всегда. Ускорить? Да, нет. Да, нет от этого. Ну, так еще бы. Я не планировала здесь умирать вообще-то. А мне нравится красиво тут. Так что там, давай, доходи последний уровень и... И ускоряем. Подождите. Ладно. А ты можешь поменять... Тавр. Как это я могу? Это же твой сервер. Я не могу поменять. Я могу? Ну, настройки. Подожди, я хочу дойти до верха сначала. Ладно. Ну, вообще, да, вроде как могу. О, а там можно поменять? Ну, я не знаю, ну, вроде да, но я не хочу. Сколько размер пашет? Ну, тогда вроде мы не сможем проверять лайфхак. Да. Вернее, пользоваться этим лайфхаком. Да, не сможем. А 4 можно сделать? Нет, это самый маленький вроде. Ну, 4 можно, 30 монет, мне вот говорит. А, да, можно 4. А чего вы не ускоряете? Ну, давайте. Ускоряйте. Какие-то команды там в чате. Ну, 30 монет — это очень мало, я считаю. Это очень мало, но зато мы можем проверить, допрыгаем ли мы еще раз. Или сделать побольше, посмотреть на прозрачный, красивый, высокий тавр. А вы будете прыгать сейчас? Да. Да, конечно. Да. Спрашиваешь. Только непонятно, когда надо прыгать. Надо почувствовать момент. Да, да. Все так замерли в предвкушении прыжка. Блин. Ульяна выше? Я на самой крыше. Что? А ну засними. Капец. Сейчас. Обалдеть. Куда? Ты там, получается, все, ты там застряла. Да. Так, я пошла к Ульяне навстречу. Капец. А почему так у Ульяны получается? Непонятно. Так, ну, в общем, я вот-вот на крыше. Вот это крыша тавра. Блин, знаете, так прикольно, такое прикольное чувство. Я помню, что мы хотели забраться в обычном таваре здесь, сюда, на крышу. И у нас не получалось, а здесь получилось. Так прикольно. Ой, я тебя вижу. Привет. Привет. Кто бы ни был. О, ёж. Как кто бы я ни был? Ты чё? А я могу? О, я даже здесь могу ходить. Ты блин, чё, ребята... Блин? Мне теперь грустно, я не смогу получить деньги. А прыгни потом еще раз. Ну ты чё? Куда ты потом попадёшь? Блин, в космос так улетит. Ой, так, я пришла. Я смотрю. Слушайте, а я в портал вот сюда не смогу прыгнуть? Не надо. Не надо. Не, в теории можешь, я думаю. Не, ну можешь. Но потом ты никуда не денешься. Ага, хватит. Здравствуйте там на потолке. Привет. Кстати, если что, у нас сегодня день космонавтики. У вас, конечно, уже это было вчера. Вот, но вот у нас Ульяна космонавт, видимо. Получается, блин, клево. А вот эту дырочку по-любому, наверное, упадешь. Так, Ульяна, ну ты, а ты тут будешь, да, стоять? А я не знаю, где мне лучше стоять, кстати. Мне кажется, что тебе уже все равно, где стоять. В момент исчезновения тавра ты будешь немножко падать, и ты точно упадешь сюда куда-то. Точно. А, хорошо. А ты можешь стоять еще на таверне вот с этой стороны, да. Все равно попробую прыгнуть, я думаю. Да, так. Конечно. Капец.
Очень круто. Мне что-то везет сегодня с прыжками. Ого. Я буду все время прыгать. А так можно не попасть. Я и так не попадаю. Так. И вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Получилось, кстати. Вообще внизу. Ну ладно. Но мы падали сверху. Ну да. Жаль, нам не засчитали, что мы падали. Хотите тавр поменьше? Еще меньше? Ну, 4, это не 4. А, это 4. О, это 4. Прикольно. Ну да. Так-то я же думаю, вроде... А, я думала, что надо, чтобы 4 было, надо что-то нажать, я просто выбрала и все. Может, поэтому Ульяна оказалась наверху? Как? Ну, был 6, а потом стал 4. А, давай. А, ну мы сейчас не проверим. Надо теперь проходить большой, а потом маленький делать. Наверняка, наверняка поэтому, ребят. Блин, это очень круто. Ну да. Но все равно. Зато тут так можно. Если вы всегда мечтали побывать на верхушке тавр, то вам сюда. Честно говоря, мне больше нравится прозрачный тавр, чем обычный. Ну, это отвлекает, на самом деле. Не знаю, это я приятно. Я помню, что очень классные были секретки в обычном тавре прозрачные. Да, когда открытые вот эти вот стеклышки были. Да, да. А если Лана сейчас поставит 6, то мы не допрыгнем. Ну, конечно, надо потом менять. Да, буду прыгать тут. Упаду, наверное. Упаду. Да, вот тут попробую. Хочу вот тут попробовать. О, а давайте реально тут прыгать, Ева. Классная идея. Давайте. Так мы ж упадем. Ну да, ну просто прикольно. Блин! Ладно. Круто. Ой. Новый лайфхак. Так, ну что, мы 7 минут тут будем ходить? Ёша, я упал! А это дырка. Дырка, да. Осторожно. Я хочу в портал, можно я хочу? Ну давай. Да, попробуй. Ускорила! Я ускорила, но умерла. О, ускорила реально! Мне дали 60 монет. Почему-то 60, а не 100. Нормально. Да вообще должны были 30 дать. 30 дать должны. А почему дали 60? А, потому что меньше там. Да, все понятно. Прикольно. А если ты еще раз ускоришь? Ты можешь еще раз ускорить? Нет, вряд ли, но уже что-то я ускорила. Думаю, что нет. Я думаю... Ну, Ульяна ускорила с той стороны, а можно еще с этой стороны? А вот интересно, интересно. Я не хочу никуда уходить, мне тут нравится. Да, очень круто. Очень, да. И такая подсветочка тут бегает прям, ну, вообще. Ага. И Ульяна как хомячок внутри там прыгает. Аж интересно так наблюдать. А интересно, кто-нибудь понял еще эту фишку на общем сервере, например? Не знаю. Да мне кажется, не такая популярная игра. Она вообще называется «Контент удалю». Да-да-да, это точно. Так, Ульяна не ускорила. Все понятно. Да, все. Слушайте, ну мне кажется, мы прям вообще все перепробовали в этом таваре. Это супер круто. И даже секретку встретили. Это капец. Даже не знаю, какой должен быть шанс. Потому что что-то, честно говоря, мне казалось, тут не бывает. Но ну, самая главная секретка — это то, что наверху. Это секретка, так секретка. Лайфхаки придумывали вот так, что можно перепрыгивать. Ну, вообще, если там остаться и не менять тавры, я думаю, так-то можно тоже выходить наверх и проходить вот так тут быстренько ускорять. И это будет самое быстрое прохождение тавра. Вот. Ну, я думаю, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. 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 Пока.